И девушку-бриллиант ждет неизбежное столкновение с непредсказуемыми последствиями. Осталось соединить эти провода. Готово. Неужели я это сделал? Испытаю мое изобретение. Образец номер один – сапфир. Образец два – бриллиант. Вау! Невероятно! Камни превратились в девушек. Совсем как настоящие. Алло, это Нобелевский комитет? Я совершил грандиозное открытие. Готов продемонстрировать его немедленно. Где мы? Я еще не изучил их свойства. Нужно бежать. О, нет. Я должен их разыскать. Скорее, бежим. Бриллиант, нужно торопиться. Да, сейчас, я догоню. Этот цвет ей совершенно не идет. Я найду тебе платье получше. Это? Или это? А может, это? Стой! Только бы ничего не перепутать. Жена, будь моей Пайпер. Не так. Пайпер, будь моей женой. Идет. Привет, дорогая.